О, привет всем. Так, всем привет. Вот сено приехала. Да, я сено привезла. Так, опять какой-то пенопласт достали. Господи, где вы уберете-то, а? О, привет! Ме, привет! Ме! Господи! Почему тут так шумно, боже мой? Привет! Привет! Так, надо смотреть баранчика. Вот этого, да. Ме-м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 е. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Тихо. Господи. Да покажись ты, ну. Они соску хотят. Сейчас им молоко привезут. Голодные, голодные. Что, вечно голодные дети, да? Все. Это коза. Козочка. Две. Господи, Данечка, главное, чтобы тебе ноги не отъели эти милые животные. Привет, барон. Это баран. Красивый, ласковый, для любви. Это будущий баран. Для овцы, которая дает молоко. Вот. Да, девчонки и мальчишки. Да, да. А ты для любви, да. Ты для любви взят. Ой, какой красивый. Господи, как там овца так кричит. А вот эта овца будет давать молоко, чтобы докармливать всяких наших малышей. Что-то вас как-то тут дофига, ребятки. Я вам привезла, кстати говоря, глистогонный препарат. Да, надо будет вам глистов прогнать всем. Привет! И привет, мои кози, кози. Привет, мои кози, кози. Привет, да, привет, козы, козы, привет. Ой, ой, пальцы не отрывайте мне. Господи, чего все такие прямо? Это вас никто никогда не кормил, а? Никто и никогда не кормил. Бё, бё, бё. Мне поддают просто знатно. Так, ладно, ребенка мне не съешьте. Козлятки, козлятки. Баран. Так, ну-ка ты, слышишь, не толкай малыша. Я понимаю, что он тоже баран. Да, привет, коза. Коза, козюлечка. Ну, привет, новый баран. Привет. Привет, новый баран. Привет. Привет, да, привет. Ты обезроженный, что ли? Я пытаюсь понять. Видимо, да. Видимо, их там обезраживают. Обезроживают. Обезрогивают, короче. Короче, дело безрогими. Так, ой. Ну все, они съели меня, ребенка и все пошло. Вот. Да, козя? Коза со смешными ушами. Ага, коза со смешными ушами. Ой, мышцы. Блин, ну, ребятки, всю серу затоптали. Показывают, как они тут хрустят. Молока все хотят. Ну ладно, ребятки, с молоком подождите. Ты какой бодучий, а? Гоняешь конкурента? Ну, зайчик, да, но у него есть гены хорошие. Ты, конечно, лапочка. Девочки твои лапочки. Но гены, гены. Так, пойдем. Так, ну что? Ты рожать собираешься, коза? Да. Скажи, не очень-то. Такие две матрешки. Блин, ну какая она смешная. Она вроде бы хочет бежать к нам, при этом хочет бежать от нас. Наверное, еще она хочет к баранам. Но туда ее не стоит ставить, потому что ее покроет баран. Ну что ты пришел ребенка облизывать? Ее покроет баран, и мы получим непородистых барашков еще дополнительно. А барашков для любви у нас уже и так есть. Вот. А резать я не готов. Поэтому она тусит тут. И страдает. Ты страдаешь, да? Да, говорит. Там, говорят, бараны, а я тут. Вынуждена топтаться. Так, ну что у нас тут? Да, Мия. У нас тут более-менее оттаял выгул. Да, конь? Конь. Такой. Да, конь. Конь бупонь. Да, привет. Да, скажи, страшный телефон?
Но руки уже не такие страшные, он еще страшный. Выгул оттаял. Такое количество животных, он, конечно, не то чтобы рассчитан. Похож он теперь, я даже не знаю. Так, Гера нет. Гер, я с ребенком, не надо прыгать со мной. Похож он немножко теперь на поле боя. Вот, вскопанный весь. Ай, Гера, не надо, я с ребенком. В общем, выгул оттаял. Похож он, конечно, черти на что. Вот. Вон, кстати говоря, если получится как-то пока на снега подойти сзади, я вам покажу, что такое молочная овца, почему мы ее взяли. Смотрите. Оп. Не знаю, было видно, не видно, какой это там. Короче, у нее прям действительно это молочная порода овец, и там прям вымя. Она и писать решила. Ну, кстати, пока она решила писать, попытаться снять ее вымя. Ну вот, видите? Видели, наверное. Ой. Так. Побежала. В общем, короче, у нее прям болтается прям настоящее вымя. Такого вымени, в общем, у обычных овец нет. Гораздо меньше все. Да? Ой, какой конь красивый-то у нас стал, господи. И правда не темный совсем стал. Шоколадный стал. Да. Шоколадный стал. Сейчас интересно, конечно, как он разденется. Что там будет по цветам. Красивого коня. Чачка, вот чачку. Ну, кстати, не так уж плохо. Поле действительно высокое, действительно сухое. То есть, при том, что животных дофига, в общем-то, вполне себе можно устоять и не потонуть. А сейчас будем делать им выгул, чтобы они тут топтали не здесь, а топтали там. И вообще, мне кажется, будет хорошо. Что ты, пристаешь к козам? Ай-яй-яй. А пойдем пока, твой приедет, Марат, и да вернемся. Пойдем посмотрим, как у нас тут вообще дела. Да, сладкая моя? Да, Данька. Пророст принесла им. Овсяный. Да, пророст. Вкусно? А им нравится пророст. Ломанули все. Кушать сразу же. Так, ну что, как дела у телятника? Женщина, что ты? Ой, женщина. Ничего, кстати, разлетывается. Мужчина вот весь оббился, но это нормально, он без хвоста. Ему не разлетаться. Му. Корова. Корова говорит. Ну, женщина, пока покажись. Крыша недоеденная у них лежит. Вот, смотрите, как видите. Ну, такая уже. Бодренькая вполне. Да, ты вполне бодренькая. Да, вполне бодренькая, отлично. Это хорошо, это значит, что ее можно будет вернуть в природу и забыть об обосранных стенках. А самца куда-нибудь пересадить поменьше. Вариант. О, такая, да, женщина-красавица, вот она. Вот она, красавица, да. Оп-оп-оп, оп. Вот, красотка. А, чистовцы, попу убежала. Вот так вот снимаю их. А, нет, тебя убегают. Ой, какой бардак. Ой, какой бардак. Надо в выходные делать большой субботник по уборке территории. У нас тут все всплыло. Все, что не растащили собаки, раздул ветер. И заодно как раз вон водряный вольер, который оттаял, надо будет дособрать. Ох. Сена приехала. Приехала сена. Ой, да, Данька, это сена. Да, хороший тюк. Ну, большой, да. Это такой серьезный тюк. И эти такие все голодающие, голодающие, страждущие. Ой, сено, сено, сено. Ой, сено свежее, да? Ой. А что, так и не осилили, ребята? Я вывоз смотрю, да, мусора-то? Угу. Уху. А что они делали? Так они там, убрались вот тут. А, понятно.
Мистраля. Пузатые. Две пузатые козюли. Ой. Так. Нам надо волонтеров. Волонтеров нам надо. Чего? Дри-дри-дрюнь. Те вон рыбу принесли. А ты не хочешь рыбу, да? Не хочешь? Ну ладно, завтра тебя поснимаю побольше. Давай завтра побольше тебе время уделю. Хорошо. Давай, малой, до завтра. Корюшку купила, блин. Целый мешок. Скидку дали этому пушистому засранцу. А он ее не ест. Вот вредный.